21 октября стартует виртуальный форум по цифровой трансформации The Digital Transformation Forum, направленный на продвижение Казанского университета и поддержание его академической репутации. Форум проводится совместно Times Higher Education, ведущей организацией, формирующей стратегии современных вузов. И задача этого форума – посмотреть и дать, и обменяться лучшими практиками, посмотреть, как содержательно должно трансформироваться образование вот из-за ковидных ограничений, для того, чтобы не пострадало качество. Мероприятие будет проходить в формате видеоконференции на платформе Event с 9:30 до 17:40. На форуме зарегистрировано более 3000 участников из разных вузов мира. Будет выступать множество спикеров, таких компаний, как Microsoft, Huawei Technologies и EduX. А также с докладами выступят представители известных мировых университетов. Выступление будет проходить на английском языке. Большое внимание будет уделено нашим приоритетам и как они решают эти задачи одновременно с задачами интернационализации, привлечения лучших преподавателей, лучших учебных курсов и как они работают с иностранными студентами для того, чтобы решить их образовательные задачи и образовательные проекты. Форум будет открывать ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и директор по управлению знаниями THA Фил Бейти, а также министр науки и образования Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин и министр цифрового развития Государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин. В рамках мероприятия пройдет видеоэкскурсия по Казанскому университету. Кристина Надыршина, Фарид Захитаглы, Универньюз.